Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. В конце лета, получается, сколько? 4 месяца назад я рассаживала бабушкин цикламен. Я оставлю ссылочку, подсказочку на то видео, когда их рассаживала, как они тогда выглядели. Ну или в плейлист про цикламены можно зайти и там посмотреть. Вот так вот они уже разрослись. Вот здесь два корня изначально посажено, поэтому так вот намного пушистей выглядят. Ну, то есть две штучки тут. Прям вообще очень хороший, пышный получился. Вот. А эти вот по одному. Один корешок тут. И вот так вот. Ну, или вот так. Хочу пересадить их горшочки побольше, а то как-то очень часто приходится поливать, быстро пересыхают, что я могу не уследить. Ну, это такие баночки из-под сметаны, они небольшие. Так. Ну, тоже неплохой, хоть и одинарный. Вот. Хорошо растут, я бы сказала. Стоят у меня на стеллаже под лампами. Прям весь вот этот поддон. Так я, ну, все вместе, весь поддон вынула, полила. Дальше пошла. Ну, немножко, конечно, вытягиваются листья. Длинные вот черешочки. Не так, как были летом на окне, когда вот плотная шапочка была цикламена. Короткие здесь все-таки черешки. Ну, в основном же более короткие. Так. Ну, вообще, сейчас и на окне темно. Как-то прям вообще не знаю. Очень погода у нас опять темно. Вчера было минус 19, сегодня вон все капает с окна. Ну, не плюс, конечно, но что-то близко к этому. И пасмурно опять. Никакого солнца нет. Ну, то, что температура так скачет, конечно, не айсь. Зай, привет, ты будешь передавать? Мордочка моя любимая. Вот. Мордочка. Ну ладно. Пойду делом заниматься. Всем пока-пока. Удачи и хорошего настроения, несмотря на непогоду.